А в Губкинском отметили 1 мая. Именно это народное название прижилось в России. Хотя официально праздник называется Днем весны и труда. А чуть раньше был Днем международной солидарности трудящихся. Народные гуляния традиционно прошли на площади у Дома культуры «Олимп». Несмотря на моросящий дождь, сюда пришли многие горожане. Вот и наступил май, последний весенний месяц. В календаре он знаменуется сразу несколькими выходными днями. И первые, конечно, посвящены 1 мая, празднику весны и труда. Для старшего поколения это день особенный. Еще живы воспоминания о митингах и демонстрациях. В годы моей молодости это всегда солнечные, в основном солнечные дни, демонстрации, общение людей, всеобщее ликование, праздничное настроение, голубое, светлое небо. Ностальгия по давно ушедшим дням нашла свое отражение и в Губкинском, на площади возле Дома культуры «Олимп». По доброй традиции жители города собираются трудовыми коллективами и семьями. Сегодня праздник, 1 мая, день труда. Надо всем помогать, делать добрые дела. Конечно, на природе, на шашлыках, но так как погодные условия нам помешали в этом, мы пришли, погуляем и уйдем домой. Тепло. Дома как-то скучно, а здесь весело, много друзей находишь своих. Еще знакомишься с кем-нибудь. Очень весело здесь. Чтобы я не замерзла, я прыгаю, бегаю, веселюсь, играю, догонялки всякие. Многие дети смогли поучаствовать в спортивных состязаниях. У нас сегодня конкурсно-развлекательная программа для ребят. Так как нет батутов, мы решили в такую погоду порадовать ребят вот такой программой. Не только победителям, но и всем участникам эстафет были вручены памятные сувениры. Также мальчишек и девчонок развлекали герои мультфильмов. С ними юные губкинцы фотографировались и интересно проводили время. А когда немного уставали, делали вкусный перерыв. Тут на площади, отстояв небольшую очередь, можно было купить любимые всеми угощения и лакомства. Все-все нравится. И торговля, и продукты, и все-все, и палатки. И все нравится. Очень весело. Надеюсь, что родители мне купят шарик и вату. Ну, немножечко холодновато, но тем не менее, когда потанцовываешь, подпеваешь и в ладоши хлопаешь, тогда тепло. Жаль, конечно, что из-за погоды танцы немножко отменили, потому что должны были детишки танцевать. Серпантин, северное сияние. Пришел посмотреть, но, к сожалению, их не будет. Но, тем не менее, все равно хорошее настроение прекрасное, песни замечательные, старые. В концерте зажигательные песни и творческие номера в исполнении как солистов, дуэтов, так и творческих коллективов. Мы, вот артисты, стараемся своими песнями согреть людские души нашими вот такими веселыми, задорными песнями. Ну а горожанам нашим, естественно, желаем хорошей весны, хорошего весеннего настроения, благоденствия дома и самых наилучших от всей нашей когорты музыкальной наилучших пожеланий. Хочу поздравить всех губкинцев с праздником весны и труда. Чтобы над всеми было мирное небо. Чтобы все были здоровы и счастливы. Семьи были всегда дружными и дом был полной чашей.